Новая выставка «Час ученичества» Дмитрий Константинович Мочальский и его ученики, которая открылась в музее Пластова, посвящена выдающемуся педагогу, академику, народному художнику СССР. Он воспитал многие поколения известнейших живописцев. Дмитрий Константинович Мочальский проработал педагогом более 50 лет. С 1937 года по 1988 год он преподавал в Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова и умер прямо на кафедре. Память о нем дорога всем, кто с ним соприкасался. Мочальский – это современник Аркадия Пластова, и выставка демонстрирует не только произведения из собрания Пластова, но еще и богатейшую коллекцию Ульяновского художественного музея. Интереснейший художник, и, наверное, он всегда был вот в диалоге с Аркадием Александровичем Пластовым, а члены семьи Пластова и сын, и внук были учениками Мочальского. Имя Елены Холоделиной, жены Николая Аркадьевича и матери Николая Николаевича Пластовых, тоже стоит в длинном ряду имен плеяды учеников Мочальского. Ее яркие интересные работы представлены в экспозиции. В Ульяновске работы Мочальского показываются впервые, поскольку его картины сравнительно недавно пополнили фонды Ульяновского областного художественного музея. Мочальский здесь предстает как великолепный мастер жанровой живописи, как чудный, неповторимый колорист. И когда читаешь о нем как о педагоге, то понимаешь, что ученики его чрезвычайно ценили и, можно сказать, боготворили. Причем ученики его были самые разные мастера. Многие из них представлены в нашем собрании. В целом на выставке можно познакомиться с работами Петра Осовского, Сергея Смирнова, Ефрема Зверькова, Бориса Неменского, Владимира Гаврилова, Владимира Телина и других учеников Мочальского. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.